Hey, ребят, всем привет, с вами Костёк Гасанов, и со мной здесь Кёнха и Костя. Костя, вы все знаете, а Кёнха, расскажи про себя совсем чуть-чуть. Привет, Кёнха! Кёнха говорит по-русски, да. Потому что ты жила в России, да? В Петербурге. В Петербурге. И у нее есть свой канал. И я думаю, на самом деле, они все тебя знают, если честно. Потому что в любом случае, наверное, попадали на твои видео или у Кости на канале видели. Очень приятно познакомиться. И сегодня мы будем, точнее не мы, а я буду пробовать. И... А мы будем ржать. Да, ребята будут ржать вот эту лапшу. Ребят, расскажите про нее, что это? Это самая острая лапша в Корее. На самом деле, это... Во всем мире самая острая лапша. Корейцы тоже считают, это очень острая. Я это кушала, а потом в туалете жила. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый попробовал и... И потом, чтобы я тоже сидел в туалете. Да. Хочу, он наслаждался и веселился. То есть для тебя это тоже очень остро? Для всех это остро. Ты сейчас не могла? Нет, ну есть корейцы, которые очень привыкли и едят это просто так. Покерфейсом. А у меня живот, типа, желудком все нормально будет? Да, все нормально. Да, наверное. Да, а потом у меня такая дыра в желудке. Есть одна лапша, которая острее, но ее запретили в Корее. Да, да, ту июня продается, да. Сделали просто еще острее, чем эту, но ее запретили, потому что это уже слишком. Там есть вкус курицы, но на самом деле курицы нет. А, куриная приправа там. Да. Просто курица посидела. Да, курицы нет, только вкус курицы. Все, сейчас Костя будет готовить, ее нужно готовить именно на плите. Костя сказал, что так будет вкуснее, чем просто заливать. Mm. Да здравствует химия! Мы просто сварили пока лапшу, потому да. что тут нету никакого бульона. И лапша просто... довольно-таки плотная и какая-то более толстая, что ли, чем обычный доширак. Так, это просто специи, добавляем специи. И я хочу еще сказать, что ее давали уже про... О, это кунжут. Кунжут, да, кунжут. Кунжут и нори. Костя уже давал многим ее пробовать, многим блогерам. Они пробовали прям по чуть-чуть. Это как будто очень черный и красный, да? Да? Я сейчас вам покажу поближе. А ты в обычные дни такое ешь? Я не ем. Ты ешь такое? Потому что слишком остро. Кто ест? Корейцы. Ну, жвачку кинул. Ну ты же кореянка. Вот, смотрите, просто какая-то адская смесь. Но пока не выглядит острой. Даже не пахнет острой. Добро пожаловать в Корею! А в Корее вы едите острое каждый день? Не каждый день, но каждый день кимчи, да, но кимчи не едят острое. А ты любишь кимчи? Конечно. Ты ешь прям каждый день, ты хотела бы есть кимчи? Да. Каждый день ты можешь есть кимчи? Да. С чем, например? С чем вы едите кимчи? Да, приятного аппетита, Кашо! Вау, Машка, да! А все, да, раз, два, три, давай, тебе ты надо. Ты можешь мощно. Раз, два, три. Кошу, еще. Она на кожу попала и уже щипит. Да. Кошу, это... Маша, что тебе надо не говорить и сразу... Еще надо. Если ты постоянно кушаешь, тогда чувствуешь. Ну ты что, садист? Я не чувствую губ. У меня просто горят губы. Ну как будто... Китай... Это меньше острый, да? Чем китайский. Оно просто... Надо много. Если ты говоришь, это... Знаете, что я чувствую сейчас? Не говори! Во-первых, я не чувствую губ, во-вторых, у меня... Мозги. Под волосами как будто пот. Вкусно, да, ну? Вкусный всегда острый. Ой, пипец. Пипец? Вкусный равно острый. Я чувствую, как у меня просто это все идет вот тут, вот как это доходит до желудка, и просто у меня в желудке сейчас горячо. Поэтому мы кушаем это. С легким паром. Ну, он умеет кушать быстро. О! Если ты можешь кушать, тогда ты можешь приехать в Корею. Жесть. Да. Он очень хорошо кушает. О! О! Кашу! Я в шоке! Я не чувствую язык. Я не чувствую язык вообще. Я знаю, понимаю. А, мне нормально. И у меня внутри просто пожар. Но в целом норм. Просто язык. Да. Пока ты не чувствуешь. Вкусно, да? Очень вкусно. Ого! О! О! Вау! 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 Все съел! Кашу! Ты молодец! Я кореец. Больше, чем кореец. Серьезно? Да! Но у меня язык весь, я его не чувствую. Ты съел лучше всего. У меня он, как, у меня губы красные или нет? Очень красиво, красиво, там красиво. Ребят, это просто пипец, просто пипец. У меня... Короче, все нормально, единственное, я немножко начал потеть. О, молодец! Это не поможет, потому что сейчас начнет опять гореть.
Короче, ребят, это очень круто, но сейчас у меня образуется, наверное, язва. Спасибо большое вам, спасибо за лапшу, спасибо за сопровождение. Кошу, ты плакаешь. Я не плачу, у меня просто язык горит. Кошу, чуть-чуть грустный сейчас. Да, у меня просто язык очень сильно горит. Все, с вами был Костёл Гасанов, Кёнха. Ссылка на канал Кёнхи будет внизу в описании. И Костин канал, конечно, тоже язык горит, не могу. Пока-пока. Давайте, пока. Встречаем. Блин, он горит просто потому, что... Остро, да? Да. Очень остро. Чуть-чуть надо подождать.